Миофункциональный тренер – это съемный двучелюстной ортодонтический аппарат. Его применяют для исправления неправильного положения и смыкания зубов в период сменного прикуса. Ношение тренера способствует восстановлению нарушенного миодинамического равновесия в полости рта, устранению вредных привычек, таких как инфантильное глотание, сосание щек, языка, нормализация соотношения челюстей. Тренер создает благоприятные условия для роста и развития челюстей. Показания к применению миофункционального тренера. Открытый прикус во фронтальном отделе челюсти, скученное положение зубов во фронтальном отделе челюстей, глубокий прикус, дистальный прикус, слабо выраженный мезиальный прикус, вредные привычки, инфантильное глотание, сосание языка, щек, губ, пальцев, посторонних предметов, ротовое дыхание и другие. Противопоказания. Хронические воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, перекрестный прикус в боковых отделах челюстей, сильно выраженный мезиальный прикус, отсутствие достаточной мотивации у детей и родителей носить тренер. Как пользоваться миофункциональным тренером? Обычно лечение начинает с мягкого тренера, затем переходит на более жесткий. Его необходимо надевать на ночь и носить днем несколько часов. Кроме этого, врач-ортодонт назначает специальные упражнения с тренером, которые нужно выполнять ежедневно. Нельзя разговаривать с тренером во рту и грызть его. Перед надеванием тренера необходимо его почистить и почистить зубы. Мыть тренер нужно теплой водой с мылом, не используя щетку и пасту.